Большую часть времени Фидель проводит на руках у мамы или папы, поэтому проблемы с ножками пока не доставляют ему боли или неудобства. У него двусторонняя косолапость с рождения. О том, что ребенок родится с искривлением, родителям сообщили уже на третьем УЗИ. Если все оставить как есть, Фидель не сможет ходить в будущем, поэтому действовать нужно сейчас, малышу 1,5 месяца. Не только внешне, это же получается на будущем, как бы надо ему ходить же, опираться же. У него, получается, ноги, получается, стопа внутрь смотрит. И как бы в будущем он не сможет ходить, как бы это связано с тем. Надо сейчас его как бы вот так выпрямить, как у нормального человека, чтобы это было. Искривление малышу можно исправить по современной щадящей методике. Сделать это берутся казанские специалисты. Ножки будут гипсовать, чтобы зафиксировать в правильном положении. Нужно 5-7 процедур. Каждый будет постепенно выпрямлять дефект. Следующий этап – ношение специальных ботиночек, брейсов. В результате врачи уверены, Фидель сможет вовремя научиться ходить. Родители говорят, малыш активный, любознательный, настойчивый. И надеются, что характер у их ребенка будет такой же крепкий, как у его тезки. Ведь назвали его в честь кубинского лидера Фиделя Кастро. Ребенок соматически здоров, и от сверстников он отличаться никак не будет. Я в презентации для пациентов показал великих спортсменов, которые в свое время пролечились от косолапости именно по методу Панцетти. То есть это и многократно олимпийские чемпионы по фигурному катанию, плаванию, футболу. Первую процедуру гипсования готовы сделать в ближайшие дни. Но у молодой семьи нет на нее денег. Лечение обойдется в 120 тысяч рублей, поэтому просят откликнуться неравнодушных. Помочь можно, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Как внести больший вклад, можно узнать на сайтах нашей телерадиокомпании и Русфонда.